первый день голосования 17 сентября явка в Одинцовском округе на выборах в Московскую областную и Государственную думы составила 12,29%. 18 сентября все избирательные участки открылись ровно в 8 часов утра. Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич проголосовала на парламентских выборах в поселке Сосны. Она отметила, что голосование в Одинцовском округе проходит без замечаний и подчеркнула, что для этих выборов важна не только легитимность, но и соблюдение санитарной безопасности. Что касается замечаний, они есть в целом по области. С некоторыми наши наблюдатели разбирались, выезжали на место. В частности, у нас Мытищи, Балашиха. В Одинцовском городском округе замечаний нет, все спокойно. Наблюдатели не фиксируют, по крайней мере, ни одного замечания. Поэтому я надеюсь, нам с вами еще 2 дня надо продержаться, поэтому я надеюсь, что все так и будет. Если так, как прошел предыдущий день, все будет дальше, то, в общем, мы будем удовлетворены проведением выборов. При Общественной палате округа создана мониторинговая группа. В течение 3 дней голосования члены комиссии посетят все избирательные участки муниципалитета. Кроме того, работают и наблюдатели. На данный момент нарушение не зафиксировано. Все происходит в штатном режиме. Все нормы и требования соблюдаются, что очень важно. Но в любом случае у нас есть связь с наблюдателями. То есть если фиксируются какие-то нарушения, мы сразу об этом узнаем. И, соответственно, даем сразу информацию в штаб о ликвидации и исправления нарушений. Марьяна Кристалинская для голосования выбрала утро субботы. Председатель Общественной палаты отметила, что решение о проведении выборов в течение 3 дней жители приняли хорошо. Каждый может найти удобное для себя время и отдать свой гражданский долг. Сегодня, конечно, выполнила свой гражданский долг, проголосовала. И я призываю, конечно, всех жителей это сделать. Не пренебрегать этим правом, даже могу сказать обязанностью, сделать свой выбор за того кандидата, за ту партию, которую они считают нужным. Мониторинговая группа продолжает свою работу. В нее вошли не только общественники, но и представители уполномоченного по правам человека в Московской области. Выборы – это всегда был праздник. Поэтому я желаю всем жителям Одинцовского района, что каждый должен отдать свой голос. И это все-таки праздник. Нужно обязательно прийти не только для того, чтобы проголосовать, а еще и для того, чтобы пообщаться со своими коллегами. Потому что со своими друзьями, с кем встретишься. Устали мы уже от пандемии. Хочется доброго общения и хорошего настроения. Выборы продлятся до 20 часов вечера 19 сентября. Найдите время, чтобы проголосовать и выразить свою гражданскую позицию. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».